Информация о том, что на площади Конституции заминировано здание, поступила в Шевченковский отдел полиции сегодня около часа дня. На место события выехала следственно-оперативная группа райотдела вместе с сотрудниками взрывотехнической службы. Полицейскими было осмотрено 3 этажа и прилежащая к зданию территория. Всего 6012 метров. Было эвакуировано 250 человек. Никаких взрывотехнических или взрывоопасных предметов в ходе проверки не было обнаружено. На данный момент правоохранителями устанавливается личность, которая сообщила о заминировании здания.